Добрый вечер еще раз. Баскетбольный брейк собрали. Вот такой вот у нас будет брейк. NBA Hoops. Так, пишем. Начинаем. Это у нас был рандом. Девятнадцать двадцать два. Рандом бластера. 11 пакетиков, а 8 карт, 88, вот номер, 2606. Таких коробочек несколько. Попробуем найти слэмы и джерси, и автографы, может зацепить. Я вот не помню джерси и автографы. Каждую такую коробочку ложили, и тоже в пролете были. Давно не вскрывал такие. Вот номер есть еще. Посмотрим. Три, пять, семь, четыре, одиннадцать. Все правильно. Сейчас-то у нас по 15 карт. Обычно 6 пакетиков. 15 карт это 90 карт. Сразу какой-то тяжелый пакетик. По-моему, в нем сразу и что-то толстое лежит. Значит, джерси будет. Джерси будет. Да, те пакетики остальные полегче. Ну, надеемся на слэм. Так что уже с кусочком формы какой-то мы будем. Форма, по-моему, обыкновенная. Тут не свитера. Это версия простая. Не холидей. Хочется, конечно, новичка хорошего зацепить. Я что-то не верю, последнее, что это игровые формы у них. Или одел, или посмотрел на эту форму. Может быть. Где-то там руками задел. Все, значит, уже чувак почти в ней играл. Так, ну что, всем удачи. По-моему, пару обменов было, я их зафиксировал. Там, извиняюсь, в брейке все написано. Кто какие команды теперь владеют. Бруклин Нетс. Тут сверху значок теперь. Харден. Торонто. Милуоки. Вашингтон. Юта Джаз. Сан-Антонио. Так, новичок у нас Досуму. Чикаго. И первая карта перевернутая. Класс 21. Это Джелен Грин. Хьюстон. Рокетс. Хороший новичок. Джейлен Грин. Так, далее у нас. Тут фиолетовый еще будет, наверное. Кливленд, Хьюстон, Пеликаны. Переворачиваем карту. Чикаго Буллс, Нью-Йорк Никс, Клиперс. Снизу новичок Кейт. Кейт Каннингем, Детройт. И фиолетовая параллель, тоже Детройт, Келли Алиник, хоть и в форме Хьюстон Рокетс. Тут вот трейд Детройт, здесь тоже все про Детройт написано. Вот так бывает у них. Даллас Марьянович, Сакраменто, Бостон. Мемфис, Денвер, Индиана, смотрим новичка, новичок Портленда, Грег Браун третий. Теперь синяя карта, синяя для Лос-Анджелес Клиперс, Люк Кеннард. Фиолетовые и синие, они параллельные, но они не тиражные. Мне так кажется, какая из них реже выпадает, я ее не помню. Может, одинаково выпадают. Лельки. Милуоки Бакс, Филадельфия, Голден Стейт, форма Орландо, но Голден Стейт, Сан-Антонио, Майами,
Шарлот. Далее у нас Квентин Граймс, новичок Нью-Йорк Никс. Лайт Камера Экшен. Карл Энтони Таунс. Такая вот карта у нас для Миннесоты. То же самое, по-моему, фотка. Лицо только крупно. Еще холо вариации. Слэмы. Ау, вы где? Вроде слэмов я несколько коробок брал. Коробок несколько, так что можем продолжить наш мини-марафон. Сегодня или завтра, не знаю. Так, Пеликаны. Оклахома. Торонто. Клиперс. Возможно, слэм, потому что цвет другой. Новичок для Бруклина Кэмерон Томас. Далее Вашингтон. Юта Джаз. И это слэм должен быть. Слэмчик. Первый слэм. Хит. Майами Хит. Это Дуэйн Уэйд. Ну, слэмы по традиции я почему-то утрамбуем как особо интересные карты. Холдер. Господи, попасть не могу уже. Все, старый стал. Дуэйн Уэйд, слэм базовый. Майами Хит. Какого там 2005 год. Красивые карты, мне они всегда нравились. Когда я только начинал брейки по баскетболу, и как раз вот мы вскрывали их. Несколько серий было со слэмами. Надеюсь, еще один будет хотя бы. Так, Бостон. Кливленд. Хьюстон Рокетс. Далее у нас Индиана. Чикаго, Нью-Йорк Никс, новичок Зайари Уильямс, Мемфис, и пассажиры Ривенкнау, Мойзес Муди, ГСВ. Ривенкнау постоянно у них подсерия такая, в этих бластерах попадаются. В хобби-боксах их нет, а в бластерах есть. Ну и пользуясь случаем, приглашаю всех хобби-бокс, хупс свежего года. Витьку Винбанем будем ловить. Может, там автограф попадется. Было бы здорово. Так, Орландо, Даллас, Сакраменто, Портленд, мешки из Мемфиса, Денвер, новичок Индианы, Пейсерс, Крис Дуарте. И еще одна параллель. Нью-Йорк Никс. Эммануэль Куикли. Фиолетовая параллель. Вторая. Одна синяя, две фиолетовые было. Вот эти параллели, по идее, можно было и тиражную параллель вложить какой-нибудь. Или подсерийки какие-нибудь поинтереснее, побольше. Что-то они параллели, их много. Значит, как базовые получаются. Букер Феникс. Далее Милуоки. Филадельфия, Миннесота, Энтони Эдвардс такой вот с гримасой, Сан-Антонио, еще один парень забивает слэм, Майами Хит, далее новичок Юты, Батлер, и еще синенькая, Пеликаны, Зайон Уильямсон, тоже выражение такое, конечно, понабрали в одном пакете у нас таких данков сверху. Пеликаны, Зайон Уильямсон. Синяя параллель. Так, далее. Хьюстон, базовый, Зайон, Пеликаны, Оклахома. База. Эрджи Барретт, Нью-Йорк Никс, Клиперс, Вашингтон. Новичок Вашингтона у нас Айзия Тотт. И Skyview Энтони Дэвис Лейкерс. Skyview-шечка тоже, по-моему, попадается только в этих
пластыр. Так, два пакета, в одном из них толстая карта с ветерок. Сакраменто Фокс, далее Бостон, Кливленд, Бруклин Нетс, Индиана, Чикаго Буллс, новичок для Сан-Антонио Приму. Скайвьюшечка еще подряд вторая. Лука Дончич, Даллас. Лука Дончич. Ну что, заключительный пакет. Может, там и слайм, и толстая карта, я надеюсь. Вот она вроде толстая карта есть. Сразу новичок Тор из Хорнетс. Орландо Мэджик. Лейкерс. Кармело Энтони в форме Портленда. Майами. Так, Портленд. Все там дальше, да? А нет, еще, наверное, еще вот карта. Слэм 1, к сожалению. Здесь у нас Light Camera Action. Энтони Дэвис. Лейкерс. И РР Трай. Трей Янг. Ну, я вам скажу, это хорошая карта. Трей Янг, Атланта Хоукс. Опа. Она даже темненькая и светленькая. Rookie Remembrance. Трей Янг. Просто хорошая карта. Поздравляю Атланту. Игрок-то хороший. Ну вот. Вот такая карта нам попалась. В первом бластере сразу джерси достали. Я вот и не помню, джерси всегда или бываем в пролете бывает. Но хотелось бы, чтобы два слэма было. У нас только один попался слэм. Так, ладно, давайте обзор. Новички в каждом пакетике. Их, наверное, да, 11 должно быть. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, все правильно, 11. Просмотрим сразу. Шарлот, Сан-Антонио, Вашингтон, Юта Джаз, Индиана, Мемфис, Бруклин, Нью-Йорк Никс, Портленд, Детройт, Каннингем и Чикаго. Кстати, все разные новички по разным командам. Это здорово. Параллельные карты. Две синие, две фиолетовые. Зайон Вильямсон, Пеликаны. Люк Кеннард, Лос-Анджелес Клиперс. Нью-Йорк Никс, Квикли, фиолетовый. И для Детройта Олиньяк, тоже фиолетовый. Так, далее у нас что тут есть? Две карты Skyview. Дончич, Даллас. Энтони Дэвис, Лейкерс. Light Camera Action, тоже две карты. Снова этот же парень, Энтони Дэвис, Лейкерс. И Карл Энтони Таунс, Миннесота. Пассажиры Ривинг Нау, Муди. Это у нас ГСВ. И новичок Хьюстон Рокетс, Джейлен Грин, класс 2021. Так, слэм 1 для Майами Хит, Дуэйн Уэйд. И также поймали джерси карту. Главное, интересно, где они взяли. Черная карта, то есть Атланта, красно-белый. Ну, где-то взяли, с трусов, наверное. Трей Янг, Атланта Хоукс, Rookie Remembrance, РР Трай. Вот такой был бластер. Всем спасибо. Будем еще вскрывать. Если кому отправлять, то обязательно мне пишите, чтобы я уже готовил к отправке. Ну, до скорых встреч. Пока-пока.